самое ебаное, знаете, что это вот, когда вот началась война, да, я там, сформировалось у меня там свое мнение, я такой, руки в боки, нет, нет войне, блядь. Как бы, с одной стороны, смешно, с другой стороны, как бы, я же имею свою точку зрения, там, справа на свою точку зрения, там, и так далее, но, с другой стороны, никого это не ебет. Два государства, блядь, воюют между собой, нахуй, и всем поебать на твое личное мнение, нахуй. Если ты взрослый мальчик или взрослая девочка, блядь, тетя, нахуй, или дядя, блядь, ты это прекрасно должен осознавать и отдавать себе отчет. Раз уж, блядь, такое началось, и раз уж такое длится уже долго, блядь, то, как бы, всем на тебя уже, блядь, похуй на твое мнение, блядь, что ты по этому поводу думаешь, там, и так далее, и тому подобное. Воюют два государства, блядь, это нахуй не шутки. Вот. И, как бы, самое стрёмное, то, что, блядь, мой дом начинает тоже уже бомбить потихоньку, блядь, с такой интенсивностью хорошей, блядь, Белгород, там, и так далее, блядь. И я не из тех людей, которые говорят, типа, вот, мочите укропа, бомбите там, вот так им и надо, нахуй. Нет, я когда вот, блядь, читаю новости, нахуй, о том, что там, блядь, Украину поливают, блядь, ебашат нахуй. Мне, блядь, больно на душе, нахуй. Когда я читаю новости про то, что Белгород, блядь, ебашат, мне больно на душе. Мне больно на душе, когда, блядь, я вижу, что люди, нахуй, страдают от этого, умирают там и так далее, блядь. Потому что, нахуй, люди, они и в Африке люди, блядь. Ну, лично для меня, нахуй. У меня нету, блядь, такого, то, что ты вот, блядь, плохой, а ты хороший, блядь. И, как бы, ну, соответственно, есть там свои террористы, есть свои, блядь, уголовники там и прочее, это уже другой разговор. Но, блядь, как правило, люди, они и везде люди, нахуй. Тем более, у меня более такой расширенный кругозор, потому что я путешествовал уже по странам. И я к чему это все веду-то, блядь, говорю, нахуй. Вот сейчас это все так затягивается люто, нахуй. И грядет что-то, блядь, масштабное, мне кажется. Вот ты, Милана. Я тебя не буду снимать, не переживай. Ты хочешь, чтобы я пошел на войну? Нет. Почему? На территории РФ это опасно говорить. Почему? Не хочу. Окей, короче, смотри. Вот, допустим, война началась, да? Я не хочу в этом принимать участие из-за своих каких-то побуждений, там, блядь, мыслей и прочее, нахуй. Вот. А вот представь теперь, что вот Белгород уже хуячит, да? Вот представь то, что они вот сейчас до Екатеринбурга, нахуй, дойдут. Ты бы хотела, чтобы я пошел на эту войну? Нет, потому что она была развязана не народом, не людьми. Ну, блядь, здесь уже выбора нету, нахуй. Здесь вот уже на твоей, блядь, территории твой дом, блядь, ебашит. А какая разница, кем она была там развязана? Я не знаю, это сложный вопрос. Вот, это сложный вопрос, реально. Это сложный вопрос, я уже, блядь, ломаю себе голову, нахуй.